вами София, и сегодня мы с вами поиграем в Оби. Оби это, ну, как испытание, там, паркур. Вот, мы сейчас с вами начнем. Нам что-то этот говорит человек. Я так понимаю, нам надо что-то ограбить. Он хочет. Ну ладно, давайте попробуем. Это всего лишь Оби. Ой, смотри, что я нашла. Оп. Вот здесь можно обойти и собираем денежки. Не знаю, для чего они. Ну ладно. Соберу. Так, тут какой-то ящик. Видимо, нам через него надо... А, это как пружина. Все по... Ой. Или вот это как... О, получилось. Так, теперь нам, видимо, надо что-то сделать. Но что? Ладно. Сейчас мы... Будем искать, что нам надо. Нам надо что-то найти, видимо. Да, аллейка. Аллейка для чего? Поливать что-то? Я не поняла. Давайте поищем. Может, что-то тут, за домом? Ого, сколько тут всего. Тут для чего-то знак вопросика. Да, видимо, так. Тут. Ой. Она сама. Нам надо ползти по этой штуке. Это типа вместо лестницы. Я поняла. И мы проходим в этот, как портал, что ли. Опять нам что-то говорит. Что? Тут сюда нужен ключ. Тут какое-то яйцо. Что оно делает? Мы его разбили. Я достала карточку какую-то. А карточка для чего? Непонятно. А что тут делать? Карточку сюда? А, вот эта штука открывается. Мы должны сюда быстрее пробежать. Нет, нам надо заново. Я не успела. Ну ладно. Давайте еще раз. Просто я немножко запуталась. Где что? Надо быстрее бежать. А, вот так. А теперь давайте проходить. Тут надо... прыгать. Но Оби тут надо много прыгать. И поэтому на двух телефонах играть не получается. Вот и все. Помню один случай такой был. У меня что-то там интернета не было. И получилось так, что я... Ой, не туда. Я запуталась. А, туда. Я вот... У меня что-то зависло слишком. На лаву прыгать сюда нельзя. Я туда прыгнула случайно, и я не умерла. Это было очень страшно. Ой, странно. Но прикольно. Вот это меня не радует. Это очень жалко. Очень-очень. Тут надо быстрее. Понятно.
Понятно. Так, у меня что-то не получается проходить. И дальше мы... Что происходит? Я все время падаю. Похоже, до конца видео я не успею до конца пройти, но ничего страшного. Я все равно смогу показать, что такое обе. Давайте попробуем дойти до моста. Ну и все. Точнее, пройти этот мост. И все. Сюда. Ну, может, чуть подальше, если успею. За одну минуту или за несколько секунд с половиной. Не получается мост проходить. Его очень сложно проходить, поэтому не получается. Это сложный уровень для меня. Не знаю, кто хорошо играет в Roblox, тому лучше умеет вот это вот. А тут что? Если я уже на том, где-то там, я успеваю хорошо. Это очень хорошо. А как тут заплыть? Я туда вообще иду? Или куда надо было? Оп, оп, оп. Уже хорошо получается. Вот бы сейчас еще чуть-чуть, я бы упала. Где я? А я здесь. А что? Это я так поняла, чекпоинт. Чекпоинт — это там, где вы сохраняетесь. Но у меня вот вопрос. Вот там надо. Ой, не допрыгнули. Ну ладно, ребят, наше видео подошло к концу. Я вам показала, что значит обе. Да. И если получится, ну, я не обещаю, но если получится, в следующий раз я могу снять вторую часть, если получится. Но я не знаю, как тут сохраняться, поэтому, наверное, нет. Но я вам рассказала, показала, как, что такое обе. Ну и теперь вы знаете, что это такое, как его проходить. Ну ладно, всем пока.